Thank you very much. I would request you now to briefly turn to your neighbor and talk with him about your experience of river chanting. А теперь прошу вас, пожалуйста, повернитесь к своему соседу и расскажите ему и ей о том опыте, который вы пережили во время этого воспевания в реке. What we mean with this experience is that you always bring your mind into the flow of the sound vibration. Опыт означает, что мы вновь и вновь старались вернуть ум в звук Святого Имени. That you allow the sound vibration, like it is described in the first verse of Shikshas, to come to purify your consciousness by just taking all the dust from the mirror of the mind. И одновременно с этим вы позволяли этому потоку Святого Имени войти в ваш ум и очистить его от всей пыли, как говорится об этом в первом стихе Шикшашники. It's very important that you participate in this sharing, because you might find out that you can learn so much from the experience of someone else, which then in the future can be very helpful. Очень важно сейчас поделиться со своим соседом, поскольку вы наверняка увидите и услышите те вещи, которые впоследствии вам очень пригодятся. Но потом вы сможете сами также применить их. So please turn around. Поэтому сейчас повернитесь, пожалуйста, к соседу. And just share briefly, very briefly. И буквально коротенько в нескольких словах поделитесь. Thank you.
my dear devotees, we will have now 15 minutes pause. Сейчас у нас будет перерыв 15 минут. Please return after 15 minutes. Пожалуйста, возвращайтесь сюда через 15 минут. Because we will do some more of this concentrated group. И здесь мы еще немного вместе сконцентрированно будем повторять джапу. Аминь.